я уже пересматривал арфаломане крушение желания истребления твое. Аминь, оболочи желание твоей души, аминь, аллилуйя, я есть Бог, который Алфа, Рамен и Лаудес, ожидаю тебя, Рамен и Асурамен, дабы ты подошел ближе с верою ко мне, аминь, аллилуйя, Хармана Лаудес. И Бог, который Алфа, Рамен, знаю сердце твое и прошение, аминь, аллилуйя, Дух Святый, каже, оболочи, но нужно душам есть Армен, покаяние, Армен, Лаудес, нужно очищение, Армен, Лаудес, и плазе, ибо Бог приготовил исцеление, аминь, аллилуйя, Дух Святый, Господь. И буду давать деревянские ремены, парамены, лабены, ибо это совершал Господь, куда ты был в пути, аминь, Он определял, Он кермана ламены все на место расставлял, а в очи ремены плавные, Он приготовил пищу, аминь, аллилуйя, Дух Святой, дабы накормить народ свой, парамены, скирмены, лабены, дабы он шел с этого места, рамены, радовался, а в очи ремены, парамены, ласка милости, ласка милости подается, народ мой, аминь, аллилуйя. Лавины штани, но ощущаешь ли ты близость свою на этом месте, аминь. Ибо я Бог, который пришел прежде тебя, аминь, аллилуйя. И я возлюбил тебя любовью вечной, как я хочу, дабы ты подошел ко мне, Армену, с молитвой своих лавами. Наклоняйся низко, я буду близко, каже Господь, аллилуйя. Взывай, стучи, аминь, аллилуйя, открывай небо молитвою. И почуешь силу Арманту Клевене, которая подастся в сердце твое, аминь, аллилуйя. И приде повера Арфана Лодиски Беревету, ибо много ставил во многим Арфана Лодиски препятствия враг на Бедештанте, дабы не допустить на это место, на это служение. Но Господь сопровождал тебя, аминь, оболоче. Он устранял преграды к Романту Лодиштанте, и он сопровождал тебя в пути, аминь, оболоче, ребята, дабы утешить и залечить тебя к Романту Лодиштанте, дабы ты поправил светильник свой, аминь, аллилуйя, и указать на недостаток народу своему хочет Господь, аминь, аллилуйя, ибо любит Бог Роменту Клаудеса беречение, потому и научаю, обличаю, возвещаю волю свою народу своему, аминь, а ты, народу, с открытым сердцем, аминь, аллилуйя, и то слово, которое преподаю, это истина моя, каже Господь, Арфа Рамен и Лаудес, сила Армену Штане, и это сила для тебя, аминь, а лучше Рамен а ты скажи, учитель мой, научи меня более и более прислушаться голосу Духа Святого, ибо через славу говорю, каже Господь, аминь, а волочи покладаю на сердцах ребенку лабады, что сказать, народ, для тебя, аминь, а волочи, рабиди генсу, рибиди чем парабин, и это не случайно, что ты на этом месте, ибо так Армену смотрел Господь, аминь, аллилуйя, парабин, рабиди штабами, ибо лечебница уже открыто, аминь, говорит Господь, аллилуйя, подходи с верою, аминь, аллилуйя, и побачишь милость неверной, так даже Дух Святой, аминь, аминь, аллилуйя, рабиди, а чего так смутилась душа твоя, дочь твоя, рабиди, открывай сердце и уста, и наполнит Христос до полна, аминь, аллилуйя, и прославишь Господа Христа, аллилуйя, вера, вера, арбана, лабиди, ласка, не